Только 30% татар живут в республике, остальные в других регионах России и за рубежом. Об этом на встрече с представителями татарской диаспоры в Женеве заявил президент республики. По словам Рустама Миниханова, в Татарстане существует ряд проектов, призванных объединить татар по всему миру. Выборами президента России довольны 87% россиян, об этом сообщает ВЦИОМ. Это максимальный показатель за все периоды измерений. Кроме того, рекордный показатель достигнут в вопросе доверия россиян к результатам голосования. Сегодня в Казанском аэропорту встретили героя зимних паралимпийских игр Марту Зайнуллину. Татарстанская лыжница стала трехкратным призером Пхёнчхана. Здесь наша спортсменка завоевала серебряную и две бронзовые награды.